Объект номер SCP-336. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-336 должно быть предоставлено жилое помещение размерами 6 на 6 метров, регулярное обслуживание комнаты, а также все другие задачи, требующие прямого контакта с SCP-336, должны осуществляться исключительно сотрудниками женского пола. SCP-336 может подавать запросы на предоставление мебели или каких-либо вещей, однако удовлетворение этих запросов зависит от сотрудничества SCP с персоналом и подлежит утверждению руководителям исследовательской группы. Запросы на получение доступа к аномальным или опасным предметам должны быть отклонены. Устройство модуляции голоса, носимое поверх рта SCP-336, следует проверять и обслуживать еженедельно силами сотрудников уровня 0. Модулятор может быть разблокирован введением шестизначного кода, предоставленного персоналу второго уровня и выше с целью экспериментов с SCP-336. В случае поломки или непреднамеренного отключения устройства следует применить местные меры изоляции до момента задержания SCP-336. Описание. SCP-336 является женщиной чуть моложе 30 лет, с бледной кожей либо арабского, либо восточного происхождения. Ее рост составляет 1 метр 73 сантиметра, вес 68 килограмм. По данным последнего медосмотра, субъект не нуждается во сне или питании, а также, по-видимому, не подвержена старению или болезням любой природы. Объект анатомически выглядит как человек, за исключением кожных нарушений строением, напоминающих чешую рептилий, вдоль бедер и икр. SCP-336 ведет себя бесстрастно и обособленно среди других людей и демонстрирует сильно выраженное интровертное поведение. Обладает развитым аналитическим мышлением, продемонстрировал результат в 95% и выше в большинстве тестов IQ. Значительное улучшение настроения наблюдается у SCP-336, когда у нее есть зеркало. Отмечено, что она склонна к нарциссизму и может долго любоваться своим отражением. Прямое воздействие неискаженного голоса SCP-336 оказывает на человека один из двух эффектов, в зависимости от наличия Y-хромосомы в его геноме. Субъекты, у которых отсутствует Y-хромосома, обладающие здоровой репродуктивной системой, будут страдать от необъяснимого бесплодия. Продолжительность этого бесплодия в каждом случае разная, но прямо пропорциональна времени воздействия. Пациенты с хромосомой Y испытывают особую аномалию, которая проявляется через 2-3 часа после воздействия голоса SCP-336. Во время очередного периода сна пострадавший субъект вместо нормального отдыха впадает в кому продолжительностью от 6 до 8 часов. В течение этой комы примерно 100 граммов маловажных тканей, как правило, от реберного каркаса грудной клетки, легко отделяются и неустановленным образом набирают массу, превращаясь во взрослый экземпляр SCP-336-1 до пробуждения субъекта. Экземпляры 336-1 представляют собой взрослых женских особей, образованных из различных анатомических элементов, выбранных, видимо, случайным образом из двух или более генетически неродственных видов позвоночных. 90% случаев включают в себя элементы из двух или более следующих видов. Homo sapiens, Aquila fasciata, ястребиный орел, Vipera amaditas, носатая гадюка, Panthera leo persica, азиатский лев, Босприми-гениус, тур, ныне вымерший, Экуус ферус проживальски, лошадь проживальского, и неизвестный подвид капра аегагрус, безуаровый козел. Текущие результаты показывают, что генотип пострадавших субъектов прямо коррелирует с внешним видом соответствующих экземпляров. Исследования продолжаются. Большинство из этих гибридов анатомически не являются жизнеспособными и обычно умирают в течение 2 недель. Выжившие проявляют немотивированную агрессию и не демонстрируют никаких признаков высшей интеллектуальной деятельности. SCP-336 продемонстрировал легкое презрение к особям SCP-336-1 и избегает обсуждать как эти организмы, так и причину их возникновения. А обычно SCP-336 в других случаях склонна к сотрудничеству с персоналом фонда, так что причина такого поведения неизвестна. Приложение 336.1.
Последние эксперименты выявили изменения в эффектах, производимых объектом на субъекты Y-хромосомы которых содержат модальный гаплотип Коэна. Экземпляры 336.1, формирующиеся из таких предметов, являются исключительно Homo sapiens, не гибридизированными анатомически. Кроме того, в этих случаях заметен интеллект и ограниченные врожденные знания, в том числе способность беглой речи на родном языке субъекта. Две из этих особей были сохранены для долгосрочного исследования. Сноска. Согласно Библии, иудейскими священниками, коанами, коаним, могут становиться только прямые потомки Аарона. Не так давно генетически было обнаружено, что большинство современных коанов действительно имеют общего предка, что проявляется в характерном коде Y-хромосомы, получившем название модальный гаплотип Коэна или Y-хромосома Аарона. У нас появилась идея устраивать голосование в нашем паблике во ВКонтактах, где наши зрители могут проголосовать за один из предложенных SCP, который и выйдет в следующей серии. Отпишитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу.